Отжимания на брусьях – упражнение, которое комплексно развивает и укрепляет мышцы плечевого пояса. В движение вовлекаются грудные мышцы, дельтовидные и трицепсы. Выполнять отжимания проще на специальном тренажере, который называется «Гравитрон». Благодаря системе противовесов вы сможете сконцентрироваться на технике и выполнить необходимое количество повторений. Возьмитесь за брусья хватом немного шире уровня плеч. Поставьте колени на подушку, толкните ее вниз и выйдите в упор на руки. Слегка отведите таз назад и наклонитесь корпусом вперед. Взгляд направлен вниз. Медленно на вдохе, оставаясь в наклоне, опуститесь вниз до прямого угла в локтях. На выдохе отожмитесь и вернитесь в исходное положение. При движении вниз отводите плечи назад и сводите лопатки. Локти при этом немного разводятся в стороны. Этим вы сильнее будете вовлекать в работу нижнюю часть грудных мышц. Туловище на протяжении всего движения продолжает оставаться в небольшом наклоне вперед. Сконцентрируйтесь на работе мышц. На вдохе опускаемся вниз, на выдохе отжимаемся. При необходимости вы можете сместить акцент воздействия на мышцы в пользу трицепсов. Для этого во время выполнения движения отводите локти назад. Туловище при этом находится практически вертикально. Также существуют специальные тренажеры, имитирующие отжимания на брусьях. Упражнение выполняется сидя. Когда вы станете сильнее, то сможете отжиматься на обычных брусьях без помощи противовеса. Не круглите спину. Не разводите слишком сильно руки в стороны. Не раскачивайтесь туловищем.